Привет, Болгария! Привет, Болгария! Мы скоро к вам приезжаем в гости. Знаете вы это или нет? Сразу после Узбекистана. И первая наша встреча будет в Пловдиве. Пловдив, он такой же прекрасный, как и город Хива, только гораздо, наверное, мягче, теплее, но по определенным своим состояниям. Поэтому мы начинаем со сверхчувственного курса именно в Пловдиве. Приглашаем вас. Хотим, чтобы вам было так же хорошо, так же, как нам здесь хорошо, как нам в Болгарии, чтобы вам было так же хорошо на наших курсах, чтобы вы могли от души и отдохнуть, и получить какие-то новые впечатления, которые мы вам привезем. А привезем мы несколько программ. Это и оздоровительный курс, который начнется в Софии, это и пластика жизни, и также, опять же, курс сверхчувственного, который будет в Варне, основной курс в Варне. Поэтому мы будем с вами встречаться неоднократно, и мы готовы с вами делиться тем, что сами знаем, и, естественно, обучаться также вместе с вами, брать какие-то инструментарии, которые знаете очень хорошо вы. Передаем вам большой привет от Мирзакарима Санакуловича, потому что здесь мы вместе с ним. Он сейчас обучает большую болгарскую группу на земле Узбекистана. Поэтому от него привет и ждем вас на курсах. Вся эта встреча, я думаю, будет хорошая, хорошая такая радостное общение перед мастерской успеха, которая состоится в сентябре в Царском селе. До встречи! До встречи!